Санкт-Петербургском государственном университете состоялась встреча попечительского совета под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. В заседании приняли участие губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, министр науки и высшего образования Михаил Катюков и другие представители власти и бизнеса. На повестке вопрос о создании нового университетского кампуса. Во всем мире все ведущие университеты имеют вот эти университетские кампусы, где и протекает университетская жизнь. И учебная, и научная, и просто обычная жизнь. Студенты и преподаватели общаются, ну и это дает вполне понятные результаты. Дмитрий Медведев подчеркнул, возможности и ресурсы вуза нужно сконцентрировать в одной географической точке. Это поможет сделать его единым научным и образовательным центром. Работа над этим проектом уже началась. Для разработки концепции по поручению Дмитрия Анатольевича в 2014 году была создана комиссия. В состав комиссии, подчеркну, вошли не только Министерство экономического развития, представлены были, но и Министерство науки, здравоохранения, Министерство финансов, Агентство по управлению имуществом, Совет Федерации, Государственная Дума, аппарат правительства, аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, правительство города, области, ну и университет. Где именно расположится новый кампус, пока неизвестно. По предварительным данным, скорее всего, не в центре Петербурга. Насколько перспективно такое решение для университета, покажет время. Наталья Орехова, Денис Сосин, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.